Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion, не почти 28-я часть игры. Я желаю всем друзьям приятного просмотра. Миссия, название, конечно, прикольная миссия, но я не могу ее почитать. Друзья, прочтите, пожалуйста, у меня просто с этим немного есть проблемка. Извините меня. Все, друзья, давайте поговорим с девушкой, почему бы и нет, она прикольная. О, привет, ты из... Здорово. Как бы это, я недавно общалась кое с кем... Это невозможно. Остынь, пожалуйста. Я из датсек. Черт, отлегло. Осторожность никогда не помешает, верно? Ну, с альбионовскими тварями. Но вы, наверное, вы не представляете, как люди вам благодарны за все, что вы сделали для Саутуарка. Большое спасибо. Ладно, слушай. Я тут тоже вскрыла пару-тройку сетей. По-тихому. Глубоко не копала, чтобы не спалили, но угадай, что я нашла. Оказывается, единый информационный центр Альбиона находится здесь, в Лондоне. Единый, понимаешь? Информация со всего мира обрабатывается там. И организации управляют оттуда. Операции, тактические решения, все. Даже финансы. Объем данных просто... Только подумай, сколько нужно серверов для всего этого дерьма. А что, было бы неплохо нанести удар по Альбиону за пределами Британии. По всему миру. Я в деле. Куда ехать? Боже, даже не верится, что это происходит. Ладно, это центр в башне Nexus. Если справитесь, весь район поддержит Детсек. Это шикарная возможность сильно нагадить Альбиону. Класс, класс, друзья, супер. По всему миру. Везде, где они попирают права человека. На этаж, где находится серверная, можно... Сейчас, друзья, подождите. ...попасть на лифте. Ага. И учитывая, что, по сути, это командный пункт Альбиона, охрана там должна быть серьезная. Вот, это охеренная миссия, друзья. Простите, пожалуйста, меня, что я название этой миссии не почитал. Просто, друзья, она такое, блин, ну для меня не особо удобно. Я просто бываю, друзья, начну сбиваться, все такое, не хочу эту миссию читать. Друзья, примерно вы сами видите, как она называется. Так, вы видите история сервера Альбиона. Так почему бы нет, друзья, я только за вывести сервер Альбиона из строя. Я только реально очень буду этому рад. Я говорю, друзья, тачка у главного героя. Ну, у героя. Какой главного, блин? Герой, в общем, сказать так, друзья. Офигенная, неплохая, прикольная, да? Реально классная тачива. Мне нравится она. Это, друзья, его личный транспорт. Что, друзья, пойдемте ублюдкам Альбиону насолим по полной программе. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И где-то примерно находится все. Так, это получится... А, аж вон где. Ясненько. Ну-ка, ну-ка, камера. Меня переполняет мощь. А, меня переполняет гордость. Ха-ха-ха-ха. Не знаю, почему так сказал я, но сказал. Друзья, всем спасибо вам за поддержку, друзья. Я вас всех поздравляю с наступающим Новым годом. Друзья, вы охеренные, супер классные, друзья. Друзья, вы все молодцы. Спасибо вам всем, друзья, за крутую вашу поддержку. Реально, вы молодцы. Так. Так, так, так. Угу. Контроль. Ух ты. А, это не то, что нужно, друзья. Это не то, что нужно. Ладно, друзья, я все понял. Надо подняться будет наверх. Ладненько. Так, наверх подняться я смогу. Так, друзья, я, в принципе, почти подошел. Какого хрена, бля, вы что, охренели? Ладненько, друзья, мой герой херен дерется, вроде бы, если я не ошибаюсь. Я, конечно, не знаю, друзья, я им играю только, по сути говоря, я не помню, первый раз, второй раз, не помню. Аж ты, сука, тупая. Блин, друзья. Нах ты, тварь. Ух ты, сука. На тебе, сука, тупая. Ну-ка, 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 подожди, подожди, подожди. Вырубись, а. Достал уже орать. Мешаешь мне, сука, миссии выполнять, а. Да, друзья, такая интересная миссия получается, а. Друзья, я почти подошел. Сейчас все будет, друзья. Я без бота паука обойдусь, а. Сам все сделаю. Почти все. Зараза. Так, взрывом камеры. Вот. Все, друзья. Молодец я. Красавчик. Так нельзя. А так нельзя, да? Ага. Охеренно. А ты, сука. Можно, сука, мне все можно.
ублюдские вы твари, а. Сдохни, тварь. Вот это охеренная миссия, вот это реально прикольненько. Ну-ка, где-то. Ух ты, сука. Ого. Ну-ка, сука, видели, что он был с маскировкой, сука? Еле спалил его. Так. Сейчас, друзья, я хочу сломать этих гребаных пауков. Ой. Контролировать. Ай, сука! Какого? Да, сука, твою же мать, арестована! О, же писец, друзья, этого я точно не ожидал, а? Ну, сука, блин, опухнулся я, друзья. Моего агента, сука, арестовали, а? Вот же, ё-моё, а? Арестован. Ну, бывает, друзья, сука, но я не ожидал того, что арестуют, конечно. Он, друзья, сейчас сыграет в этой миссии киллерша, а? У него больше пушек, друзья, больше вариаций убить, а? Аж так было опухнулся, друзья, сука, а? Вот я лопух, друзья, честное слово, а? Ну, бывает, друзья, на старуху бывает поруха. Агента, новое место жительства. Камера Альбиона. Неужели цены на аренду так выросли? Ага. А. А наконец-то какой-то движ. И, кстати, меня копы не примут. Это да, тебя копы не примут. Я полностью согласен, друзья, я будем выключил, да? Так, друзья, теперь куда дальше идти? А, вот, друзья, все. По следам, как говорится, трупиков мы идем. Ну, друзья, в принципе, он большую часть работы сделал, каким я играл. Жалко, что, друзья, конечно, сука, поймали, но хоть не убили, уже радует. Ого, а не херли ты меня? А херли ты, сука? Вот ублюдина. Тварь конченая. Так, тоже тварь. Угу. Так, то есть я быстренько поднимусь наверх. Угу. Так, лесенка наверх, и мы идем к тебе. Ай, не такая необычная миссия, друзья, реально, а. Жалко, что название не могу ее почитать, это обидно, реально. После того, что начну читать название ее, начну заикаться, а. Я, друзья, особо это не хочу делать, а. А ты, сука. Ой-ой-ой, забыл. Сука, тупые турели, а. Так, получается у нас аж туда надо, да? Так. Блин, на паука даже нету, а. Угу, ясненько. Так, это я понял, аж туда надо, вниз спуститься. Подожди, аж такой прям самый-самый низ? Вот реально, самый-самый низ надо спуститься, чтобы туда попасть? Не, он серьезно, это самый вниз? Так, терминал находится где эти гребаные дебилы. Ладненько, друзья. Сейчас придется использовать то, что я не хотел сделать особенно. Особо делать. Так, тут контроль. Нет. Ладненько. Зараза. Сейчас, друзья, я все сделаю. Сейчас. Войду. Ага. Молодец, красавчик. Так, теперь получается. Вот, друзья, вот он терминал. Ох ты, сука. Так, да? Ох ты, сука. Гребаная турель. Вот, друзья. Я, конечно, мог бота паука пустить, да. Но, друзья, я лучше сам сейчас сделаю грязную работу, а. Пускай мой, друзья, бот паук отдохнет. Так, вырубаем. Все, друзья, теперь я, наконец-таки, могу войти спокойненько. Кстати, вот, друзья, бот паук. Так. Херня, сука, тупая. Ой, классненько, друзья, мой предыдущий агент всех, получится, дебилов поубивал, остались только, получится, турельки, а, которых я, друзья, только что уничтожил. Я, друзья, пойду я быстренько все сделаю, что надо сделать. Да, друзья, я могу спокойненько теперь, надеюсь, войти. Сим, как говорится, откройся, Дима, войди. И начни, как говорится, вот куда это мы? Он мне там влез, получается, спуститься. Ого, нифига себе, друзья, я этого не ожидал. Друзья, огромное вам всем спасибо за поддержку, друзья. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и комментировать мои прохождения. Кстати, друзья, я когда завершу вожжик проходить, хочу потом начать проходить прикольную игрушку детства, называется Зомби Скамей. Людям вход воспрещен. Прикольно. Какое приятное место. Чистое, упорядоченное, спокойное. В серверной строгий контроль температуры и влажности. К счастью, ты можешь перехватить управление дронами техобслуживания.
Спасибо, спасибо, Бегле. Спасибо. Здесь вам, друзья, понравится эта игрушка. Зомби с КМ, я помню, как я в детстве в нее играл, а? Вот было дело, а? Там, она... Самый простой способ парализовать работу информационного центра – вызвать скачок напряжения в энергетическом ядре. Ага, окей, окей. И чё, как? Какой план? Для резервного энергоснабжения они используют высокоемкие аккумуляторные блоки. Поищи вокруг. Если найдешь такой, брось его в ядро, и дело в шляпе. Ага, хорошо. Давай, спасибо, спасибо, Бегли. Надеюсь, я правильно иду, а? Хотя, скорее всего, друзья, я сейчас неправильно пошел, да? Да, я неправильно, друзья, пошел, не туда, не дополетел. Так. И примерно я сейчас только тут, друзья, серверов охерядился. Сервера, везде сервера, охереть. Так, друзья, куда я вообще идти, а? Я заблудился. Так, найдите высокоемкий аккумуляторный блок. Угу. Понял, понял. А только где его искать-то, а? Я открыл, это я понял. А дальше что делать? А, скорее всего, сюда надо. Я могу-то вообще попасть? Не-не-не-не-не, это не сюда. Я сюда попасть не могу. Или могу? Нет. Сука, и куда идти-то? Блин, ладно, друзья, походу, это сюда идти, а? Ага. Это типа закрываем. Блин, я не пойму нифига. А дальше-то куда? Эй, дальше-то куда? По трубам, блин, жизнь тратится. Так, ладненько, друзья. Я что-то заблудился, еб твою мать. Мальчик, блин, а. Или дальше куда, я не понимаю. А, вот что как. Это все просто был невнимательный балбес, как обычно. А ты, блин, Дима, ты балбес, а. Все, теперь я все понял, а. Так, теперь примерно где у нас находится. Так, пониже опустился. А, то есть, температура очень холодная, чтобы все компы не перегревались, а. Как я понимаю. Так, и куда дальше? Так, так, так. Так, а теперь дальше куда-то. Вода или что находится, или туман просто. Так, я что-то опять. А, во, все. Вот оно, друзья. Я почти, надеюсь. Хотя ни хрена это не то. Блин, да какого хера? Куда идти? Я не могу понять, а. В общем, друзья, я заблудился, как балбес, а. С этими, блин, гребаными ходами. Ну, допустим, я попал сюда. Ну, а дальше куда? Дальше реально куда? Вверх подниматься, что ли? Ну, вверх, смысл вверх подниматься. Вверх поднимись, тут ничего нету, друзья. И везде осмотрелся. Вот же миссия такая, туповатенькая, честно говоря. Так, это я сделал, так. Так, это получается у нас номер два, да? А дальше, реально, я не могу понять, куда дальше. Так. Так, я здесь был. Интересно, куда я попадаю? А, все, то есть, я нашел. Наконец-таки я нашел. Вот молодец, а. Ага. Так, пока ветерок, сука, дует слабенько. Так, теперь куда? Ага, все, друзья, я молодец. Спустя некоторое время я нашел. Вот красавчик, а вход. Блин. Надеюсь, я правильно, хотя, друзья, лечу, а. Так. Слушай, люди находятся везде, твою мать рождения. Еще куда я попал? Я что-то не пойму. Откройся, эй. Куда идти? Я вообще не пойму ни хрена. Ого, ни хрена себе. Твою мать рождения, и докуда ты такая? Вот сука. Ладненько. И патикова, братья. А по-другому никак? Ух, сука, ненавижу тупые эти ловушки, а. Или я не люблю их, а. Так, ну суть я понял, друзья, сейчас, друзья. Давай. Вот. Так, тут у нас получается, так. Так. Ого, нифига себе, четырехугольник получается, охереть. Молодец. Красавчик, Димон. Так. Ой-ой-ой. Ну все, мне надоело.
Спасибо тебе, что открыл мне дверь. Так. Так. А дальше-то что я нашел? А, мне надо забрать его, наверное. Отлично. Брось этот аккумуляторный блок в ядро и увидишь результат. Логистика. Какая логистика? Тактическое планирование? Хрен там. Прочие алгоритмы? Забудьте о них. Действуй. Я понял, друзья, я играл только что за грозового дрона, но сначала не вдуплил, да? Теперь, получается, мне нужно обратно, да, идти? Где я примерно, мне, куда мне нужно? Так. Сбросьте аккумуляторный блок в энергетическое ядро. Блин, даже на сейчас название не могу прочитать. Выхода нет, друзья, нигде, да? Опять, получается, туда надо идти, а? Тут нигде нет вариации, да? Если я сюда сброшу, типа не подходит, да? Обидно. Уже, сука, миссия, конечно, тупорывая. Ага. Мне точно конец, это я согласен. Только не от вас. Твою мать рождения, сука! Блядство. Отлично. Брось этот аккумуляторный блок в ядро и увидишь результат. Логистика? Какая логистика? Тактическое планирование? Хрен там. Прочие алгоритмы? Забудьте о них. Действуй. Да я действую. Но я не могу понять, почему я не могу просто сюда выкинуть, а? Почему я должен как-то мандоваться, херней страдать, а? Тут здесь вариация, да, выйти. Так, нет, тут, наверное, скорее всего, вариации никакой нет, а? Если я кину сюда... Не, реально, вот у меня есть груз. Если я реально сброшу его сюда, что будет? Я вообще взял груз? Я взял груз. Но пока даже еще я не могу его сбросить. Видите? Не могу. Типа, пока вариация не позволяет мне его сбрасывать. Видите? Нет? Значит, здесь я точно, друзья, не здесь, а? Лица раза. Однозначно, друзья, не здесь, а. Вы понимаете, друзья, тут я, видите, не могу. Ладно, друзья, поменяю вид. Ой, вид. Во. Сука, я понял. Так, я просто сейчас глаза от этой херни отделываются. Ага, раз, два, три. Сейчас. Давай. Уходи. Выход, но, сука, не выход, нихера, да? Очень задолбка какая. Да, бывают здесь такие миссии, ничего не скажешь, а? Надеюсь, я правильно иду. Да, друзья, я правильно иду. Все отлично, все окей. Я молодчина, нашел выход. Вот да, ну, конечно, и миссии бывают. Ну, друзья, миссия есть миссия, что же делать, а? Да я понял. Я сейчас несу груз. Зараза. Это зараза, тупая вентиляция. Сейчас, друзья, пускай воздух продует послабее, а? Вентиляторы станут, а? Давай. А хер тебе, да? Ну, сука. Ванька, а поверху можно? Да поверху пытаюсь я. А давай. Мою попутку нельзя вырубать. Нифига себя не дует, а. А хер же не, сука, дует, а. Когда вы будете слабее дуть? А ну хотя бы так, друзья. В любом случае, друзья, я проскочил мимо тех тупых вентиляторов. Вот, друзья, вспомнил свои миссии тупорывы, которые я выполнял. Тоже эти тупые вентиляторы были, а? Ой, бесил меня. Так, это я не туда попал. Так, это получается... Так. Это, по-моему, в самый низ надо или наверх? Я уже заблудился. По-моему, вниз, да? Сейчас, друзья, я проверю точно. Так, да, друзья. Все правильно, я молодец. Так, теперь куда получается? А, вот, все, друзья. Я почти, как говорится,
подлетел. Давай, давай, Димончик, давай. А, вот оно, чё, куда? Вот сюда сбрасывать. Вот оно. А чему не можем сбросить? Молодец, Димон, ай, красавчик, а. Дима, молодец, молодец, единый информационный центр Альбиона сдох. Может, порадуем жителей Саутворка? Есть одна идея. Выберитесь из башни Нексус. Ай, друзья, молодец, а. Реально, красавчик, друзья. Моя киллерша, молодец. Справилась на ура с миссией, друзья, и вы молодцы. Спасибо вам всем, всем за поддержку. Вы реально охеренные, супер, друзья. Спасибо вам всем, всем огромное за вашу крутую поддержку. Вы реально охеренные, друзья. Только, друзья, что я название миссии не смог прочитать, а? Оно такое тупое. В смысле, ну, по названию тупое. Что я не могу его, друзья, прочитать. Вот охеренно, друзья. Новый год празднуем, а? В Лондоне. Класс, а? А, молодцы. А, друзья, прикольная миссия была. Такая, ну, как сказать, она была, ну, в принципе, интересная. Я, друзья, освободил райончик, я красавчик, друзья. Теперь мы контролируем этот район. В смысле, теперь Альбион этот район больше не контролирует. Вот. Вот супер, а? Вот класс. Ну-ка, друзья, что из этого получу? Мне просто интересно. Ваша народ на районе подорвется, стопудняк. Всем мисагам, мисага, ага. Прибавь это ко всему, что этот сек сделал для Саутуарка. Люди вас обязательно поддержат. Я так точно. Если вам вдруг понадобятся мои навыки, звоните в любое время. Спасибо. Ага, ага. Мы тоже можем что-нибудь попросить, сечешь? Ха-ха-ха. Блин, зараза. Так, ага, понял, вау, понял. Как меня прет! Новость о том, что Альбион лишился единого информационного центра, должна навести людей на мысль, что удача от наемников отвернулась. Вы молодцы. Ага, спасибо. Так, а я готов восстать бунт в саундтреке. Все серьезно? Завербован? Нифига себе. Прикольненько. Я с тобой полностью согласен. Я с тобой полностью согласен, чувак. Согласен. А, друзья, так, мы, получается, еще одного чувака получили в команду, да? Так, а ты что у нас умеешь, если не секрет? Так, ну-ка, ну-ка, анархист. Нифига себе, такой прикольный, друзья, у него ракет, а? Так, я могу тебе нормальную пушку взять, только не летальное оружие. Какой ты анархист, как у тебя говно пушка, а? Ой, друзья, а вот этот мне агент реально нравится, вот этот, получится, агент мне нравится, вот, сейчас покажу, он мне нравится. Потом нравится, друзья, это агентша мне, нравится мне киллерша, нравится вот этот мне прикольный агент. Мне нравится, друзья, по сути, говорят, тут какие-то 6-5 в игре. Все другие, а у них просто, друзья, банальные пушки, блин, неинтересные, эти гребаные, блин, нелетальные оружия, которые мне особо нравятся. А, друзья, парамедик, она, молодец, спасает наши, как говорится, от, ну, когда мы погибаем, ранены. А, друзья, она, юрист, помогает из тюрьмы вытащить, молодец. А, друзья, так, район должен восстать, да? Угу. Так, друзья, так это что у нас такое? Уничтожьте ящик с Кронос X. А, друзья, это будет следующая миссия, наверное. Или это, друзья, будет 29-я миссия. Как мотылёк на пламя. Вот это нормальное название, друзья, легко прочитать. Так, знание. Концепция изменилась. Блин, я вот думаю, блин. С какую же миссию не пройти следующую, 29-ю? Ну, пока не решил, друзья, еще. Ваня-ка, друзья. Так, район готов восстать, да? Так, он еще не восстал, что ли? Это что у нас? Это наш другой район, да? Маленькие друзья, другой район мы освободим потом. Либо в миссии, либо вне миссии. Я пока, друзья, еще не знаю. Это что у нас, друзья? Бывший констебль. Понял, понял. Хакер. Очки. Ага, ценный агент, ясненько. Я все понял. Так. О, в нашем районе мы еще район не освободили, что ли? Борьба с пропагандой. Борьба с пропагандой. Нифига себе. Освобождение мятежника, молодец. Округ Вестминстер. Вестминстер. Капец, ну-ка, Дима, ты чтеца. Маленькие друзья, сейчас быстренько на штаб вернусь и завершу нашу 28-ю миссию. Она, друзья, была, в принципе, неплохая, такая интересненькая. Ну, такая коротенькая, но самое главное, друзья, спасибо вам всем за поддержку. Вы у меня реально охеренные. Реально, друзья, очень рад, что вам нравится мои прохождения. Я понимаю, друзья, что многим, помню, из вас, друзья, людей, моим друзьям, в Ажек Лиге не особо зашел,
Надеюсь, все равно спасибо вам всем за поддержку. 28-я миссия завершена. Всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем, друзья, пока-пока. Вы лучшие. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.